Россия президент Владимир Путин федеральный муниципальный тугай не титигар Россия социально-экономической тас политика тун сюрюн кайскалан рытта. Балтара часу сута гостиной двор урага игар президент тугай не тугай тун ихнерде сюрюнян сударство национальный проектор гартирагран дой блок докторун интересен кеголюр кихит хугар уле барыктагнетте. Олар истеригар бастан туран Джекергене Эйяхин, Бухайскага Тюет Сударстунай Тоскол Олохтануға. Ол курдук бастаку онна икис оғоға көрілдер төлібір, инбелит оғолары көрін оларығыларға Эйябүл, әлбәг оғолақ Джекергеттерген оғоққа чәпсетіне онна, икиттен әлбәг оғолағыларға ипотекаға бірғынара алтаттан үддө соқтаған тухайды. Манисерге үс оғолақ Джекерген ипотекаға кредиттерін сорох чахан көғоретелдерігер төсіз бөхін түхінші солқубай көрер болуқтара. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры.